Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И сегодня я посетил клуб New Fitness от Расула Бакиева, который расположен в районе Гальянова. И сейчас вы увидите небольшую видеоэкскурсию обзорную, которую проведет Анастасия, менеджер этого клуба. И она расскажет о том, какие здесь есть спортивные залы, какие есть направления фитнеса, направления спортивных единоборств. И я думаю, что вам будет интересно узнать, как же по завершению своей спортивной карьеры сегодня Расул Бакиев уделяет большое внимание физической культуре и спорту, развитию дзюдо и других направлений единоборств и боевых искусств в городе Москва в районе Гальянова. Приятного просмотра. Расул, хотелось бы от вас, как от руководителя этого спортивного центра, узнать вообще, как так родилась идея о создании физкультурно-оздоровительного центра, и когда именно, и какие цели и задачи стоят перед этим центром? Я работаю тренером с 2015 года, поэтому вначале я работал в одном направлении, направлении дзюдо. Вот, развивал дзюдо и сейчас развиваю, но сейчас появились возможности. Вот, и я начал масштабировать. То есть теперь мы развиваем много направлений, ну, все направления спорта, которые позволяет нам наша площадка. Площадка на втором этаже в тренажерном зале. У нас и девочки, и мальчики, которые выступают по направлению фитнеса, там, участвуют в различных соревнованиях. А это что касаемо фитнеса. А что касаемо зоны единоборства, ну, сюда приезжает очень много так наших моих друзей, знакомых, также с проездом. Приезжают на несколько дней, здесь остаются, проводится и тренировочный процесс, а потом снова дальше улетают на какие-то большие шлемы, гран-при, на другие соревнования. А так наши ребята здесь полноценно сидят утром и вечером, тренируются и готовятся к своим стартам. Идея зародилась именно в 2020-2021 года. Вот, появилась возможность. Вот, и мы долго думали, как я изначально не хотел использовать свое имя, вот, но маркетологи посоветовали, что вот New Fitness, он может быть, есть где-то, да, новый фитнес. Но если его назвать от Расула Бакиева, призера Олимпийских игр, то есть такого нет. Вот, мы и поставили название New Fitness, что-то новое от Расула Бакиева, которое совмещает единоборство, тренажерный зал фитнеса и, конечно же, спортивные мероприятия. И все, как вы видите, мы сейчас, слава Богу, очень успешно двигаемся, работаем в этом направлении, сотрудничаем с многими компаниями, организациями, федерациями. Здравствуйте, Анастасия. Мы сегодня находимся в New Fitness, клуб Расула Бакиева. И мне очень радостно, что вы сегодня нам проведете экскурсию по этому замечательному месту. Мне также очень приятно. Я рада пригласить вас на эту небольшую экскурсию, рассказать про наш фитнес-клуб, про нашу школу единоборств от Расула Бакиева. Надеюсь, вам очень понравится. Ну что, идем? Да, давайте. Это первый этаж этого большого центра, да, спортивного, физкультурно-оздоровительного и вообще культурного. И, ну и давайте, Анастасия, расскажите, вот что здесь мы видим и куда мы будем сейчас двигаться с вами. Ну что ж, наш фитнес-клуб достаточно большой. Он включает в себя две зоны. На первом этаже, как раз на котором мы сейчас находимся, это фитнес-клуб. То есть тренажерный зал с полноценными зонами для хороших плотных тренировок, для интересных групповых программ и даже для отдыха. Анастасия, у меня сразу вопрос. Вот как только поднимаешься к вам сюда на вашу зону, да, спортивную, сразу встречаешь вот такие два интересных кресла.
Я так понимаю, что это массажные кресла. Они предназначены для всех? Конечно, абсолютно для всех, как для членов клуба, так и для любых постояльцев, которые приходят к нам в гости посмотреть, оценить, позаниматься, так и для наших маленьких гостей и для наших взрослых гостей. То есть абсолютно для любого человека. Вперед! Так, ну что ж, здесь у нас прекрасная зона. Зона для того, чтобы попить чай, насладиться приятными ароматными булочками из нашего фитнес-бара. Также здесь вас встречает самая главная зона фитнес-клуба. Это рецепция. Здесь у нас находится администратор, наши прекрасные ключики, наш администратор, фитнес-координатор тренажерного зала. Мы максимально все очень доброжелательные, позитивные, рады абсолютно любому гостю. Здесь как раз находится самая вкусная, самая теплая часть фитнес-клуба. Это спортивные напитки, а также небольшие сладости. Но, естественно, все на правильном питании. Это все можно. Ну что ж, а здесь начинается самая интересная, интенсивная работа. Здесь тренажерный зал. Кардиозона, оснащенная беговыми дорожками, велотренажерами и также массажным креслом для того, чтобы если во время тренировки хочется отдохнуть, это можно. Также у нас находится по другую сторону раздевалки. Раздевалка мужская и раздевалка женская, в которых также есть приятное место, это финская сухая сауна, чтобы отдохнуть, расслабиться после хорошей интенсивной тренировки. Ну что ж, здесь зона свободных весов. Это силовые нагрузки, это гантели от килограмма до 50, а то и больше. То есть хорошая нагрузка, плотная, интересная, ну, обожаемая в основном мужчинами. Дальше мы проходим в очень любимую и обожаемую мной, и не только мной, но и нашими членами клуба. Это зал групповых программ. Пройдемте за мной. Здесь наши тренера преподают нашим прекрасным и уважаемым гостям групповые программы любого типа и вида. Как вы видите, дополнительный инвентарь. Это и коврики, и шары, и гантели, и грифы, даже степ-платформа. Абсолютно все. В этом групповом зале проходят такие направления, как йога, степ, пилатес, зумба, так и более интенсивные силовые тренировки. Это степ АБЛ, интервальные тренировки, МФР, даже оздоровительные, такие как здоровая спина, суставная гимнастика, 3D-позвоночник. То есть мы имеем абсолютно любые направления. Для каждого члена клуба мы можем найти то, что ему больше всего понравится. А сейчас мы с вами направимся в зону функционального тренинга. Прошу, пройдемте. Пока мы направляемся в зону функционального тренинга, по пути мы также встречаем наши базовые тренажеры. У нас есть любой тренажер. Ну что ж, здесь самая интересная зона, зона функционального тренинга. Здесь абсолютно все. Хотите побить грушу, боксерская груша, хотите выпить все свое зло, есть прекрасные шины и кувалды. Хотите попрыгать, побегать, поработать собственным весом, все можно сделать здесь. Абсолютно все. Хотите кардиотренировку? Пожалуйста. Гребля, железные сани, все есть.
проходят тренировки не только для взрослых, но и для членов клуба помладше, таких как ребята от 9 до 17 лет, под наблюдением тренера и работой с собственным весом. В этой зоне проходят интересные и веселые тренировки. На наших информационных стендах вы можете рассмотреть и увидеть всю полную информацию о каждом тренере, который преподает для вас и для каждого клиента. Ну что ж, здесь находятся не только тренера персональных тренировок, но и тренера групповых программ. Ситуацию, когда мамы, папы хотят тренироваться, но, к сожалению, не с кем оставить малыша. В такой ситуации на помощь приходим мы и предоставляем самую приятную и интересную комнату. Комната не только с играми, но и с развивающими играми, а также просмотры полезных и интересных мультфильмов. Пройдем на второй этаж в школу единоборств Расула Бакиева. Мы с вами находимся на втором этаже в школе единоборств Расула Бакиева. И здесь проходит не только направление разных детских групп, детских секций, как и взрослых секций, но также здесь представлен дополнительный инвентарь для каждого, кто хочет тренироваться в нашем клубе. Это спортивные перчатки, рашгарды, толстовки, футболки, носки, бинты. Абсолютно все, что требуется для тренировки. Здесь также находится женская и мужская раздевалка для удобства наших ребят, и мужчин, и девушек. А здесь находится самая главная зона боевых достижений. Ну что ж, давайте с вами посмотрим. Сейчас здесь проходит тренировка наших молодых ребят, будущих чемпионов. Сейчас у нас также проходит тренировка под дзюдо для начинающих спортсменов. Можем посмотреть, как проходит эта тренировка. Под наблюдением учит ребят. Также в этой части у нас находится зона для проведения боев, таких как бокс и ММА. Направления очень интересные, и проходят они здесь. Здесь у них проходят спарринги. Каждые выходные у нас проходят соревнования. На этой неделе будут соревнования под дзюдо, а на следующих ММА и бокс. Здесь есть направление не только под дзюдо, бокс и ММА, но направление взрослых и детских групп, таких как кунг-фу, вольная борьба, даже самбо, даже тхэквондо. Абсолютно любые направления, а также детские секции по гимнастике и акробатике, по художественной гимнастике. Также есть кавказские танцы и футбол. Сейчас мы провели для вас экскурсию по ней фитнес от Расула Бакиева. Познакомили вас с нашим тренажерным залом и с нашей большой школой единоборств. И будем рады видеть каждого, от самого маленького до самого взрослого, в нашем Нью Фитнес от Расула Бакиева.